Куриные сердечки добавить в белом соусе мы делали так. Плеснули в сковородку немного масла. Обжарили в нем мелко нашинкованный лук. Морковку натерли на крупной терке и тщательно помешивая обжаривали вместе с луком. Теперь куриные сердечки. Удаляем с них жир и разрезаем пополам. Бросаем сковородку с луком и морковкой. Добавляем несколько листиков лаврушки. Ну и, как обычно, соль и перец по вкусу. Потом заливаем наше творение смесью из йогуртового майонеза и нежирной сметанки. Следующий шаг – болгарский перец. Мелко его нарезаем и закидываем в сковородку. И не забываем, конечно, мешать. Ну и куда же мы денемся без чесночка? Крупно нарезаем и отправляем вслед за перцем. Закрываем крышкой и оставляем потушиться. Ну, буквально минут 15. Невероятно полноценное мясное блюдо, а калорий минимум и жира практически нет. Очень рекомендую дамам.